Почему ты не можешь похудеть? Да, действительно, кажется, что похудеть очень сложно, но это не так. Меня зовут Надежда Михайлова, здесь все о похудении в кайф. Подписывайся. Очень часто мы не можем похудеть только потому, что у нас нет силы воли. А сила воли тут совсем ни при чем. У тебя просто нет мотивации, нет настроения, нет веры и, самое главное, у тебя нет любви к себе. Ты считаешь себя жирной коровой с толстыми ляжками. Тебе даже перед мужем стыдно раздеться, потому что ты ненавидишь себя и свое тело. Как часто ты говоришь себе: «Милая моя, ты так устала, тебе нужно отдохнуть». Прямо сейчас возьми лист бумаги и поблагодари себя за то прекрасное, что есть в тебе. Выпиши как минимум 10 благодарностей себе за этот день. Запомни, похудение начинается с любви к себе, а не с диеты.